Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу, Богу Всемогущему хвала, и ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Приветствую всех из города Киева, из парка Киото, в эти дни в молитве за Киото, о японском народе, о духовном пробуждении Японии, вот, за все народы восходящего солнца и заходящего солнца, за все народы, народы нашей истрадавшейся планеты. И сегодня особенный день в истории Украины, потому что сегодня свято Подяки, праздник Благодарения, уже второй раз он празднуется, вот так вот на таком уровне, государственном уровне. Нам действительно есть за что сказать Богу спасибо. И это замечательно, что появился такой праздник, когда сотни тысяч людей выходят на улицы городов, миллионы людей говорят Богу спасибо. И этот день, сегодня воскресенье, 23 сентября 2018 года. Вот, и сейчас еду на Хрещатик, на Майдан Незалежности. Там, собственно, проходит главное вот, торжество этого празднества. Это межконфессионально, межцерковно. Это по-настоящему экуменическое собрание во Христе Иисусе, Божий святой экуменизм. Когда, независимо от нашей религиозной там, доктрины, от нашей практики религиозной, мы объединяемся вокруг Господа Христа Иисуса. И когда говорим Богу спасибо, когда поем, вместе прославляем Богу, хвалу воздаем, Богу поем, псалмы, песнопения духовные. В общем-то, сейчас начнется богослужение уже. С 10 часов начало богослужения. Во многих церквях здесь, в Киеве, отменили собрание, отменили богослужение ради вот этого собрания в центре города, на Хрещатике, на Майдане Незалежності. В нашей церкви тоже принято решение такое. Мы отменили воскресное богослужение на Кловской, там, где обычно мы арендуем помещение для богослужений. И, в общем-то, все собираемся сегодня на Хрещатике, на Майдане. Слава Богу! И, знаете, друзья, сегодня пусть Господь благословит всех вас, возлюбленные. Сегодня пусть Бог благословит Украину. Сегодня пусть Бог благословит Киев. И пусть здесь, на берегах Днепра, славится имя Господа Иисуса Христа. Иисусу слава, Иисусу слава, спевая вильно Украина. Слава Богу! Вот, и, конечно, благословляю все страны нашей страдавшейся планеты. А наипаче, конечно, Японию, японский народ благословляю, Киото непосредственно, всех верующих, любящих Господа в этом городе, который является побратимом города, значит, дружественным таким городом Киева. Вот, и пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, благословляю во имя Господне, во имя Иисуса всех вас, ваше служение Господу. Пусть Бог благословит во имя Иисуса. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя Киевская архиепископия. Мир всем вам и благодать. Благословляю всех вас, вас во имя Христа. Аллилуйя.